Электроэнергия – дефицитный ресурс. Там, где нарушен проект застройки и не выполнены технические условия. Получив право собственности через суд, застройщик сбыл все квартиры и оставил людей один на один с проблемами и долгами. Действиям застройщика должны дать оценку компетентные органы. Пока идут разбирательства, в ситуацию вмешались городские власти. Удалось добиться договоренности с энергетиками о поставке электроэнергии к дому по Солнечной, 54. Управляющая компания заключает договор о техприсоединении вместо застройщика, но при этом она берет на себя его долги. Нам дают график платежа, то есть не одновременно можно платить. От НЭС поступило предложение закрыть эти долги. Создается график, составляется. Мы все это сделаем, если согласие, с вашего согласия, чтобы уйти от этого вопроса, от застройщика, чтобы уйти, чтобы этот вопрос не тянулся дальше, мы должны узаконить. Когда мы уже узаконим нашу подстанцию, мы заключим договор и будем оплачивать уже им за потребляемые мощности, мы в дальнейшем, как только прошел первый платеж, мы можем уже подать заявку на увеличение мощности. В настоящий момент идет сбор подписей жильцов. В домах почти 260 квартир. Если большинство выскажутся за выплату долга, то в течение 10 месяцев каждому собственнику необходимо будет вносить примерно по 2-3 тысячи. Если это окажется долг застройщика за выполненные услуги, которые НЭСКО выполнила эту услугу уже, застройщику, она выполнена ему, значит, она должна требовать деньги именно с него. Но если она будет выполнять услуги новые, то, естественно, мы должны будем оплатить. Единственный вариант, другого варианта я тут не вижу. Застройщик кинул, все, не даст денег. Главное сейчас, чтобы мои дети не мерзли. Свет в самострое появляется также по расписанию, правда. Энергетики увеличили время отпуска электроэнергии. По словам руководителя управляющей компании Овика Маргаряна, сегодня главное – это перевести отношения с ресурсоснабжающей организацией в правовое поле. Затем можно будет обращаться с иском к застройщику. Юрист городской администрации помог составить заявление в суд. Голосование еще идет, так как часть собственников живет в других квартирах или даже городах.